этом году у нас лучшая елка в Украине. Мы гордимся этим. Сегодня отличная погода, отличное настроение. Сегодня много кремичужан пришло под елку для того, чтобы все вместе еще раз проникнуться вот этим духом Кременчуга, настоящим праздничным духом. Сейчас играет прекрасный рок-н-ролл в исполнении кременчугской команды Black Jack. И финальным аккордом сегодняшнего праздника станет выступление самого известного диджея Украины, кременчужанина, диджея Пробасок. Радуют такие мероприятия у нас в городе. Ведь довольно-таки хорошо приходить каждую неделю и слушать хорошую музыку, отдыхать здесь. Впечатления только положительные. Очень классная музыка, очень классная атмосфера. Ну, очень классно здесь находиться. Все красиво сделано, все красиво. Ну, я с Мелитополя, но мне понравилось это на увесь, то самое. Сделано для людей хорошо все.